Всем привет! Подготовил для вас подборку видеороликов, снятых, как говорится, спонтанно. Начнем с зимы. Ну а мы пока не съедем на рыбалку. Всем удачи! Ловля в луже. О, какая плотвичка! Красавица! И вот таким способом мы уже наколбасили килограммчик. Сейчас повторим. Мотыль творит чудеса. Да. Может, распугали? Что-то он тебя там на якорь сел. Давай перебрасывай, бадя Витя. Или чуть-чуть. Да, зацепчик. Вода падает. Да, вода падает. Адамщи Меша. Адамщи Мекашья. Мекашья. Ну, сиди, Никит. Адамщи Меша. Кашти пщи пинде. Короче, поплывок. Экоша нахуй, бля, упробка нахуй, пана. Бля, шо он грузик, бля, ебать. Шашья, дой кирлиш. Да пикирлиш тысяч. Урлу ялы пер, кентов борщ. Щарты, аша конкретно. Какой каш, короче. Ну, да каш, бля, стакари, тари, тари, бля. Стоп. Ши, уфакут ашья, шпуне экошья. Конечно, боцур. Боцур пи... Пикирлик. Да ёлку куюрка, лебедев, нахуй. Шедем, да щека иди сейчас понакола долго зиметь. А щала, бля, хуяк схватит, ну кизда меса, ну нега, нега. Канюй там, бля, да свой боец. И та спеши опринно. А уж ниш ты шаришь, да есть, бля, поплавок щала не догружно. Канпуне шари щала, пел на сюда. Сунда, бля, пиздец. Загружал. А поплавок щала ща вообще. Пу-пу-пу-пу. Молод, бля, я вот от дыму почем посечки. Ну нихуя. Чипашо. Фуд нахуй есть. Кизда, мэти. А мне нравится цыганик, он X5, бля. Дайте рогу поплывок, дайте рогу крючок, дайте рогу грузи, бля. Что мас вырлина, хуякна. Карп 90 килограмм. Так а ша, бля. Да ну еще демку с Настей ночью, гонем пула, бля. Кизда, мэти, бля. Посверлит нахуй, бля. Есть один ролик. Зимняя экстремальная рыбалка. Посмотрите, в сороках. Прямо со льда. Ловля в окнах. Если ты еще сейчас рыбу достанешь, блин, сейчас затрет льдами поплывок. Да. Смотри, надо еще выбрать момент, когда она клюнет. Успеть, не успеть. Ты смотри. Есть по... И смотри, возле льда. Сейчас затрет.
Не успевает она. Ну а что делать? Лёха посадим. Лёха посадим? А ну, Вовка, засними. Я давай червонец. Червонец катался. Давай. Подожди, надо выпить сначала. Да, конечно. Ещё им налить его? А им? Ну им можно. Надо собакам налить. Да сколько тут ещё? Две минуты. Нет, да ладно, я могу вообще поедем. Пускай отдохнут собаки. Да. Смотри, воду холодную пьет. Сашка, смотри, что же делает. Они какой берет. Не, оставь, пускай, блядь, полчаса 40 минут. Смотри, расходишься, не трясь. Да, это я понял, что это детский сад. Сколько пьет? Ну да, но холодно. Да им пофиг, они, блядь, заходят через запутник. Это вам не дальний север, блядь, что там привыкшие лайки, блядь. Что, вперед, блядь. Давай, Леха, садись. Да не, пускай отдохнут собачки, ты что, блядь. Не, все, подожди. Туда же не повезут. Да ну нахуй. Да представься, блядь. Сейчас им собакам вот вся грамм нальют, нахуй, блядь, видишь, как повезут, блядь. Блин, давай. Да пускай. Тут де уна, только Кока-Кола. Окей. Не, я вот так вот. Все, я готов. Не, лучше. Не, ноги стал. Да ну нафиг, блин. Серьезно. Встань туда, потому что они стоят. Они готовы? Я не знаю, как они, но Леха готов. Давай, погнал. Давай. Давай. Что-то они не поделили. Вам надо еще две собаки, я вижу. Они, короче, смотрят, кто главнее. Кто главнее? Кто первый пойдет? Да, кто первый? Вам надо лидера вперед. Ну, это понятно. Так, давайте садитесь, кто там следующий? Не, стой. Чего? Они, подожди, они между собой. Вам надо, лидера? Ну, как они все вот решают, как они решают. Да. Молодец, кто будет первее? Тихо. Ча, подъем. Видишь, они друг на друга прыгают. Подъем. Да. Давай, Саша, беги. Я зайду. Вперед! Здесь вообще интересное видео получилось. Сидел я, сзади меня дерево, и слышно, что оно потрескивает, похрустывает. И в один момент я только успеваю рюкзак перенести, потому что пацаны сзади кричат: Леха, выходи.
сейчас дерево упадет. Я только успел фотоаппарат достать и заснять этот момент. Хотя сидел прямо под деревом. Ладно. Будьте все осторожны. Охуеть, бля! Вот это да, бля! О, смотри, можно ловить прямо с дерева, бля! Рыбалка закончилась! Да, и смотри, хорошо, что я убрал рыбу, Серега! Хороший куманек! Смотри, офигеть, а! Какой красавец! А ну-ка, давай, поднимай его, куманек! Офигеть, килограмм сразу! Офигеть, а! И смотри, как положено, за рот, блин! Бля, я же... Профессионал! Только вот ты его испачкал трохи. Ну, сам чёрт. Молодец! Да, молодец, смотри, а? Не, все, я иду к тебе мерить глубину. Кормим и ловим. Говноед. Как положено. Блин, могу вытащить? Зацепил. Да. Да. Витька взял хорошего на килограммчик. Да. Хорошенький, нормально. Витя, надо кормить, Витя. Смотри, полкило. И что там? Сорвалось. О. Его не видно. Не Марь, да. Лещик. Лещик, бля, шоколый кяр. Ух, нифига себе. Карась, что ли? Или карп? Подуз. Не, мне кажется, карпик. Эдик. Подуз. Да ну, подуз. Смотри, точно подуз. Сука, блин. Ты хорошо взял, да? Да, за рот. Или красноперочка. Но крупная. Это желтый какой-то. Подорасы, блин. Вот уже. Прямо к нему. Хорошенький. Да. Магомед горит, блядь. Вот и Эдик с рыбкой. Ша. Ну, взял как... 15. Да.